все, что в Сибири есть, все здесь. Авиация вся здесь. В общей сложности 5 пожарных поездов. Техника, в том числе и Минобороны здесь. Все, чем располагает государство, здесь используется. Это была трагедия, это было действительно страшно. Я действительно видела людей, когда это было отчаяние такое. И потом, когда поняли, что они не остались в беде одни, и мы сразу же провели исход села и сказали, я представитель губернатора, по всем вопросам обращаться ко мне, что вы не брошены, что вас обязательно помогут, и о вас думают, знают и так далее. И лично губернатор это контролировал. Начались буквально сразу выплаты единовременного пособия. Были созданы комиссии, которые оценивали ущерб на основании данных МЧС. И, в общем-то, была сразу планировка села была задействована для того, чтобы уже начинать строить дома. Было очень много приема именно граждан по каким-то вопросам, и предпринимателей, и просто люди шли со всеми своими нуждами. И о всех этих обращениях знал губернатор лично, потому что он еще и оставил свой телефон для того, чтобы любой из жителей мог позвонить. Постоянный контроль, он был ежедневный. И когда приезжал уже Александр Богданович на личные встречи с населением, естественно, он... был всегда в курсе всех дел. Даже другие территории меня очень сильно удивлялись, как так быстро, оперативно мы в крае все справились с этим. То, что другие же территории тоже горели. Я с коллегами созвонилась, они говорят, вообще, конечно, Алтайский край, он и выплаты вот эти первые начали. Это у нас самые первые были. Поэтому, я думаю, это с первых минут, с первых часов, когда произошла трагедия, Александр Богданович уже взял все это под свой контроль. Масштаб, конечно, впечатлил. Буквально 3-4 часа, и вот деревня была вся в огне. Уже не то, что в огне, а уничтожена. Порядка 100 лошадей только сгорело на подворьях. Была там животноводческая ферма. Фермы эти сгорели, но скот не пострадал на фермах. Люди были предупреждены, оповещены. И вот, мне кажется, вот это вот, и все-таки помогло избежать человеческих жертв. Очень эффективно проявила себя авиация. Авиация, МЧС, гидросамолеты. Сводный отряд города Барнаула, города Рубцовска, города Бийска. Также к нам соседние субъекты, это Кемерово. Кемеровская область и Новосибирск тоже помогли. Вокруг никаких естественных водоемов нет, с возможностью забора воды пожарными автомобилями. Приехали туда 2 пожарных поезда, очень оперативно развернулись, уменьшило времени ликвидации. Расстановки домов больших проблем не было. Если говорить о домах, 29 ноября закончили. А начали мы, шла, наверное, 13 сентября. Мы 218 домов построили вот за такой промежуток времени. Причем дома у нас нещитовые. На мне сразу Минрегион запретил строить щитовые дома, потому что проблема была в европейской части со щитовыми домами. У нас все дома добротные. Либо газобетон, либо сборно-железобетонные панели мощные. Первыми появились сети по водопроводу. Водопровод мы прокладывали практически везде проколами, и не раскрывая дорог, для того, чтобы они не мешали работе строителей по устройству домов. Поэтому это велась работа параллельно. Значит, после этого появилась реконструкция котельной и тепловые сети. Тепловые сети сохранились. Те тепловые сети, которые были на поселке разбросаны, наверное, процентов всего на 10-15. Все остальное мы перекладывали, все тепловые сети. Причем тепловые сети, может быть, впервые в Алтайском крае, они были предизолированы. Параллельно, вы знаете, что параллельно с тем, что мы тепловые сети проложили, мы в каждом доме смонтировали еще и печь. Потом телевидение,
телефоны. Вот, они последовательно. Причем это работы велись в разных улицах, но параллельно. К началу третьей четверти школа уже была восстановлена. А потом Дом культуры. А параллельно был сделан хоспис. А, и поликлиника еще. Пожарная часть. И церковь главная. Помощь была же оказана буквально на следующий день. Вот гуманитарная помощь пришла, помимо того, что государство и администрация края. Тут все сразу, первые дни все было решено. Ну и, конечно, на нашу беду откликнулись люди, не только вот Алтайский край, но, мне кажется, поднялась вся страна. Мне тогда было некогда за этим, за всем следить, потому что было очень много работы. Сама осталась тоже без жилья. Ну, наверное, нас этот пожар проверил еще и на прочность. Я хочу отметить, вот, наверное, может быть, громко сказано, да, но я считаю, что подвиг совершили учителя наши. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. В Николаевке, да, у нас организовано отделение пожарной охраны, которые у нас ребята дежурят, работают. Две новые машины. Они выезжают на все вызовы по каким-либо пожарам. И они выезжают они работают не только по Николаевке, но и по ближайшим буквально деревням. Очень хорошую прачку нам сделали. У нас прачечная была не очень удачная. Сейчас, да, поменяли нам эти окна. Значит, поставили стеклопакеты, да, эти пластиковые. Естественно, в здании намного теплее стало. Намного теплее. Угля мы сейчас расходуем меньше. И в палатах, естественно, тоже все сделали, ремонт, и оно как-то уютнее стало. Также отремонтировали Николаевскую амбулаторию, относящуюся к Михайловской ЦРБ. Там в больнице хорошую лабораторию сделали. Но население-то не маленькое. Николаевка, Бастан, Иркутск, не в одное. Они все относятся сюда, к Николаевскому госсовету. И, естественно, больные здесь анализы сдавать. Либо ехать в Михайловку так далеко, либо они здесь на месте сдают. Здесь было несколько семей, которые жили достаточно до пожара бедно, достаточно бедно. И самое интересное, что они воспользовались, то есть они вот эти средства, которые они получили, да, и которые государство им дало, они направили на правильное русло, то есть на свое развитие. Это многодетные семьи, и они, во-первых, это большая была подмога в развитии хозяйства. То есть они приобрели того, что они не могли приобрести. Я знаю, что вот одна семья приобрели коня, приобрели там поросят. Они на эти деньги и строятся сейчас, и машину купили, и хозяйство какое-то. Уютная. Здесь у нас ванна, туалет. Здесь у нас детская комната. Обитель, так сказать, нашего сокровища первого. Здесь комната наша с мужем. Вот. И гостиная.
Мы с мужем родились и выросли здесь, в этой деревне. Родители наши тоже, можно сказать, здешние, с самого начала. И мы никуда не стремились ни переезжать, ни переселяться. Решили, что раз похороненные предки здесь родились и умерли, значит, и мы должны здесь остаться. Накануне этого трагического события у нас родился ребенок, долгожданный ребенок. Мы долго ждали ребенка, не получалось никак. И тут 22 августа у нас родился Илья. Мы приехали домой, ну буквально сколько прошло, мы 28-го вернулись, и вот 8 числа случился этот пожар. Ему сейчас 4 года, вот исполнилось недавно. И он очень ждет свою сестру, очень ждет каждый день. Он об этом спрашивает, когда уже, когда. Вот мы сами ждем, когда появится у нас второе чудо. Пожаров сразу же, в сентябре, я построил вермянку для скотины. Кое-какая скотина стала живая. Гуси сгорели, ути сгорели. 8 лошадей сгорело. Ну, телята сгорели. Ну, большой урон. А потом весной начали закупать мужа. Самое, коров. Дойных коров. Ну, восстановились. Ну, у нас сейчас в хозяйстве у нас 2 дойные коровы. 2 быка на сдачу. Вот быков берем, например, по 6-8 тысяч берем, закупаем, потом их держим. Ну, сдаем, догоняем до 30 тысяч. А утки, куры, гуси, все у нас. У нас все сейчас есть. Я хотела бы, чтобы сюда привлечь молодежь, чтобы было здесь производство сельского хозяйства. То есть вот у меня есть 2 людей, которые на сегодняшний момент хотят открыть свое фермерское на базе старой фермы. И на сегодняшний момент, вот по крайней мере сентябрь месяц, они начнут работать как в семяочистительном комплексе и бить масло. То, что нас радует, мы посмотрели по статистике на ближайшие 5 лет, у нас ежегодно будут приходить, ну, примерно от 9 до 11 первоклассников. Ну, это, конечно, очень радостное событие, как для самих ребят, так и для их родителей, потому что я посмотрела, кто родители наших первоклассников. Это, естественно, что наши ученики, вот, в частности, мои выпускники –